що коли чоловікова таємниця виявиться набагато серйознішою, ніж здається на перший погляд? У Ксюші буде дитина. Да, буде. Ти ж мені його не родила. І що тоді? Поступитися суперниці чи боротися за своє місце під сонцем? Іди в свою Ксюшу, і пусть вона тобі готує ті стірки. Сорокарічна Наталія Шульгина жила у шлюбі вже 15 років. Але дітей у подружжя не було. Тому своє життя Наталія присвятила чоловікові та роботі. Але жінка й гадки не мала, що вже дуже скоро все зміниться докорінно. Мы с мужем в последнее время словно второй медовый месяц переживали. Шурик опять стал таким нежным, заботливым, цветы начал дарить, подарки. Я даже как-то обеспокоилась. Но я слишком хорошо знаю Шурика. Он умудряется забыть даже про годовщину нашей свадьбы. А тут золотое колечко. Шурик, привет. Привет, Зуса. А ты чего так рано сегодня? Натусик, ты что, забыла? У меня сегодня корпоратив. А цветочки, пожалуйста, поставь воду, а то совсем замерзли, бедная. Спасибо. А можно мне с тобой на корпоратив? Натусик. Шурик, я тоже хочу пойти на корпоратив. Ну ты же знаешь все эти мероприятия. Скукотища редкая. Только и обсуждают, кто в чем пришел, кто с кем уехал. Ну и что, я тоже хочу пообсуждать. Ты же там никого не знаешь. Ну что, я познакомлюсь. Шурик! Ну ты что, меня стесняешься? Натусик, ну ты же у меня красавица. Как я могу? Значит, я пойду. Но я там тебе не смогу внимания уделить. Ничего, я переживу. Я очень хотела попасть к мужу на фирму. А он мне не разрешал на корпоративы к ним приходить, в офис заходить. Меня это страшно задевало. Понимаете, у нас с Шуриком, с детьми не получалось как-то. Но вот я волновалась, что встретится ему там молодая да резвая, родит ребенка. Что я буду делать? Поэтому мне нужны были доказательства его любви. Ну, чтобы я не волновалась. Після того, як чоловік пішов на корпоративну вечірку, Наталія знову захотіла роздивитися коштовну каблучку. Я была в шоке. Шурик забрал кольцо. Неужели он решил его презентовать кому-то на корпоративе? Я решила выяснить это любой ценой. Мне было плевать, понравится это Шурику или нет. Я привела себя в порядок, собралась и поехала на фирму. Дорогою Наталія все ж сумнівалася, чи правильно вона вчинила. Але щойно жінка переступила поріг ресторану, у якому тривала вечірка, як зрозуміла, передчуття її не обманювали. Я соскучилась. Приехала тебя увидеть. Познакомьтесь, Наташа моя жена и Ксюша наша сотрудница. Очень приятно. Ты проходи, раз уж пришла. Хочешь вина выпить? Вино шикарное. Мне уже весело. На какой-то момент я подумала, что у меня паранойя. До чего я дошла? Следит за собственным мужем. Ну, перепрятал Шурик это дурацкое кольцо. Танцует с сотрудницей. Ну и что с того? Я чувствовала себя ужасно. Ругала последними словами. Наталія вирішила заспокоїтися та ще на деякий час затриматися на вечірці, щоб остаточно переконатися, що всі її підозри марні. Добрий вечір. Ви тут новенькая, я вас раніше не бачив. Ви прекрасно виглядите. Спасибо. А можно вас пригласить? А почему бы и нет? Мне очень хотелось привлечь внимание Шурика. Поэтому я и пошла танцевать с этим молодым человеком. Но Шурик был занят, ему было не до меня. Жаль, что я сразу во все это не вмешалась. Извини. Шурик, ты что, на меня сердишься? Да, сержусь. Ты посмотри, здесь нет никого, ни с женами, ни с мужьями, ни с детьми.
Завтра вся компания будет только и делать, что обсуждать. Ты меня пасешь. От тебя нужно пасти? Не говори глупости, езжай лучше домой. Поедем вдвоем. Наташа, я хочу веселиться. Езжай. Дома поговорим. Мне было ужасно обидно. Вначале он меня полвечера игнорировал, а потом выяснилось, что я вообще ему мешаю. Ты уже уходишь? Да, здесь жарко, шумно. Я пойду. Я с тобой. Ну, с какой стати? Ну, проводить хотя бы можно. Красивая женщина, одна на улице. Это нехорошо. Проводить можно. Мне захотелось заставить Шурика поревновать меня хоть раз в жизни. Поэтому я и уехала с Максимом с вечеринки у всех на глазах. И мне было на все плевать. Добрый вечер. Ялтинская, 14? Хорошо. Люблю такси. Романтика. Тепло и рядом такая женщина. Ты что, с ума сошел? Это ты. Ты меня с ума свела. Наверное, мне следовало просто отшить этого нахала. Но Шурик так давно не оказывал мне внимания, как женщине. А Максим наговорил таких слов. Я такой страсти не испытывала 8 медового месяца, наверное. Я словно с ума сошла тогда. Я даже хотела, чтобы Шурик нас застукал. И осознал, что я еще желанна, что я хороша. Отямившись від шаленої пристрасті, жінка зрозуміла, що накоїла. Вона знала, чоловік може повернутися будь-якої миті. І менше за все хотіла, щоб він побачив її неочікуваного коханця. Собирайся. Ти що? Собирайся, я сказала. Нічого. Ну, собирайся. Цигель. Я хотів до утра домой. Хотіла. Ну, що ти хотіла? Ну, що ти не розумієш, що ли? Надо сейчас идти домой, быстренько. Что, тебе не понравилось? Ты мне офигенно понравился. Это была лучшая ночь в моей жизни, ну, честное слово. Ну, ты, ну, сейчас ты должен идти домой, понимаешь? Ну, все, давай, давай. Мы завтра с тобой увидимся. Дай мне хотя бы номер своего телефона. Ты обалдел? Мы не увидимся с тобой никогда. И вообще ничего не было, ты понял? Ничего. Но я... Все! Но это же надо быть такой идиоткой. Изменить собственному мужу, с его же сотрудником. А если бы Шурик узнал? Это был бы конец. И неизвестно, что Максу придет в голову, как он себя поведет. Ну, в общем, я старалась убеждать себя, что все обойдется. Угу. Как же, обошлось. Наталія намагалася зробити все, аби чоловік нічого не помітив. Але тієї ночі він так і не повернувся додому. Уранці занепокоєна жінка почала дзвонити колегам чоловіка, сподіваючись бодай щось дізнатися про нього. Алло, извините, это опять я. Скажите, а вы уверены, что они не поехали все-таки продолжать куда-то? А, ну да, да, извините. Спасибо. Алло? Алло, Леночка, извините, это Наташа, жена Александра Юрьевича. Леночка, у меня к вам такой деликатный вопрос. Вы меня извините, а вы не подскажете имя девушки, с которой Александр Юрьевич танцевал вчера? А, нет, ничего, просто понимаете, мне ее лицо показалось очень знакомым. А адресочек можете мне сказать? Ой, ну спасибо, ага. Угу. Да, конечно, секретарша была в курсе. И наверняка вся контора потом обсуждала, что жена приревновала Шурика к этой Ксюше. Но мне было все равно. Я должна была убедиться, что с моим мужем все в порядке. Вирішивши не гаяти часу, Наталія відразу подалася до Ксенії. Жінка була впевнена, що саме там і знайде свого чоловіка. Але такого повороту подій вона аж ніяк не чекала. Привет.
Здравствуйте. Здравствуйте. А Шурик у вас? Нет. А почему вы своего мужа у меня ищете? А потому что мне добрые люди посоветовали. Вы вчера вместе с ним уехали, правда? Где он? Я за ним не слежу. Да, Даш. Да, могу заехать. А что такое? Как в больнице? А что случилось? Я сейчас буду. Наташ, это Шурик, да? Послушайте, Ксюша, он для меня Шурик, а для тебя он Александр Юрьевич. Поняла? Пока я искала мужа у возможной любовницы, Шурик в это время лежал в реанимации в больнице, где работала моя подруга Дашка. Какая-то сволочь ночью въехала в его машину и скрылась. А Шурик остался там один, в тяжелом состоянии. Наталія миттю вирушила до лікарні, сподіваючись, що подруга допоможе їй потрапити в палату інтенсивної терапії, де лежав чоловік. Але на заваді став слідчий, який вів цю справу. Простите, ви супруга Шульгіна? Да. Скажіть, у вашого мужа враги є? Ну, може би, хтось желає йому смерті? Ну що ви, він, як ребенок, мухи не обидит. Мухи не обидит, да? А потом умрут, как мухи. А связи на стороне имеется? Может быть, муж какой-нибудь ревнивый? А? Да нет у него никаких связей на стороне. Он примерный семьянин. И мужа ревнивого никакого нет. Ну, может быть, ему кто-то угрожал? А? Ну что вы, ну он простой инженер. Вы мне извините, пожалуйста, если у вас все, то мне нужно идти к мужу. Подождите, мы дело заводим или нет? Ну, конечно, заводим. Найдите, кто это сделал. До свидания. До свидания. Может, и не стоило врать милиционеру. Но мне просто не хотелось перед всеми полоскать свое грязное белье. Тем более у меня же не было никаких доказательств измены Шурика. Только догадки. Но и спустить на тормозах ситуацию я тоже не могла. У тому, що сталося з чоловіком, Наталія звинувачувала лише себе. Проте вона не знала, що все насправді набагато складніше. Я тоді не уїхала з вечеринки, нічого б не случилось. Шурик наверняка п'яний сів за руль. Вот у нього всі реакції замедлились. А я просто дура. Ну, хватит сирость разводить, ну, чесне слово. Ну, нічого ж не случилось, ну, бумкнувся головешкой, ну, з ким не буває, а? Даш, ти не розумієш. А що розуміти? У мене поводділення таких бахнутих. Всю душу вимотали. Да я не об этом. А о чем? Да так, ни о чем. Ой, слушай, Матусик, ты тут чаек пока попей, а я в 302-ю сбегаю, а то там бабуська нервная лежит, проведаю ее. А я заодно узнаю, что там с твоим Шуриком. Дико. Пойдем со мной, подружка. Слушай, подруга, а может при беременности тошнить на второй день? А? Дура, что ли? Какой второй день? В лучшем случае 2-3 недели. Точно? Зуб даю. Ну да. Что с тобой, мать? Давай лучше давление померю, а? Не надо. Я прошу тебя, ты лучше найди мне тест на беременность. Найдешь? Сейчас найду, раз такое дело. Последние лет 10 своей жизни я любое недомогание рассматривала как возможную беременность. Очень уж мне хотелось ребенка. Но вот тут я впервые в жизни по-настоящему перепугалась. А вдруг я забеременела от Макса? Но этого мне еще не доставало. Над, ну что там? Ничего. Похоже, у меня и правда давление. Не дрейф, подруга, какие твои годы? И вообще... Очухался твой Шурик. А можно с ним поговорить? Расслабься, спит он, все обошлось. Все без повреждений. Выпишут и пойдете ребеночка делать. А можно к нему сейчас хотя бы на минутку? Насмотрелась сериалов. Домой иди, поспи. Смотреть на тебя страшно. Спасибо. А завтра приедешь, красивая, посмотришь на свое счастье. Ну, а вдруг он сегодня про меня будет спрашивать? Да завтра его вообще ничего интересовать не будет. Он дрыхнет, как младенец. Давай, домой, в ванную и баиньки. А я, если что, звякну, окей?
что бы я без тебя делала? Давай. Спасибо. Но это я вначале испугалась, когда подумала, что беременна от Макса. А когда тест опять не подтвердился, то я чуть не разрыдалась. Я и от Макса бы родила. Ты что об этом говорить? Але планам Наталії провести спокійно вечір знову завадили. Я тебя тут с самого утра жду, мне нужно с тобой поговорить. Наташа, мне кажется, что это любовь. Тебе кажется. Что ты делаешь? Сегодня вечером. Я заказал нам столик в ресторане. И заеду за тобой в 8 часов. Послушай. Я разве не тебе сказала, чтобы ты тут больше не появлялся? Секс не повод для знакомства. Я просто так не сдамся. В который раз я себя мысленно обругала. Ну зачем? Зачем я это сделала? Если бы все это можно было как-то изменить, сколько мне еще с Максом было суждено встречаться? В некоторые моменты мне даже было как-то его жалко. Я бы лучше себя пожалела, дура. Наступного ранку чоловік Наталії остаточно прийшов до тями. Але лікарі вирішили його залишити під наглядом іще на деякий час. Наталія приготувала дієтичну їжу і прийшла до шпиталю. Проте, як виявилося, не тільки дружина піклувалася про нього. Здрасте. І тобі здрасте. Натусик, ти ті стільки принесла? Угу. А Ксюша що здесь зробила? Соскучилась? Татусь, я думаю, что ты? Она же моя подчиненная. Принесла документы подписать, проведать меня. А что? Да ничего, просто перед глазами часто мелькает. Ты у меня самая заботливая, самая преданная в мире женщина. А вот это кто такой заботливый? А конфеты сотрудники передали. Угощайся. Сотрудники? Да ладно, я не хочу. А сладкого толстеют. Ну что я могла сказать Шурику? Я сама хороша. Но Ксюша меня как-то все больше и больше беспокоила. И я решила кое-что уточнить. О, Натусик, привет! Привет. Ты что? Что с тобой? Да ничего. Послушай, Даш, кто навещает Шурика, кроме меня? Ты не заметила? Нет. А что? Ну, ты понимаешь... Беспокоит меня одна девица, очень уж заботливая. Ну, так я подумала, понаблюдай-ка за Шуриком и коллег своих попроси. Я не поняла. Ты что думаешь, что Шурик того? Я ничего не думала. Просто я тебе говорю, глаза и уши держи открытыми. Угу. Пока, Даша. Пока. С Дашкой мы дружим целую вечность. Она моя лучшая подруга. И я знала, что уж если и может кто-то разузнать что-то, так это точно она. И мне многое суждено от нее услышать. Наталія хотіла негайно піти додому та подумати, як їй боротися з молодою суперницею. Але жінку несподівано затримали. Добрий вечір. Здрасте. А у мене для вас новости. Неужели ви знайшли того, хто це зробив? Нет, никого мы не поймали. Но мы нашли автомобиль. Хулиганы угнали машину, устроили аварию, но потом кинули машину, сами убежали. В общем, никакого злого умысла против вашего супруга нет. Поэтому давайте, наверное, подпишем заявление, что передумали дело заводить. Вот тут вот. Прекрасно. Вы вниз? Да. Ну, я тоже. Значит, это точно не ревнивый муж. Я даже вздохнула с облегчением, но потом подумала, что Ксюша-то, судя по всему, не замужем, и колечка на ней нет. Значит, авария и измена могут быть совершенно не связаны между собой. Но я хотела выяснить наверняка. Того дня Наталія повернулася додому та знову зрозуміла, її випадковий коханець не збирався залишати її у спокої. І історія з ним іще не закінчилася. Установить мені, що ли, тебе? Конечно, знаки внимания Макса были мне приятны. Но будущего у нас с ним быть не могло. В этом я была уверена.
Тогда Макса нужно было отвадить и как можно скорее. Ведь в любой момент из больницы должны были выписать Шурика. А тут его сотрудник ошивается. Этого еще мне не хватало. Но если б я знала, как события будут развиваться дальше, то меня бы не это беспокоило. Не встигла Наталія обдумати те, що вона застала в лікарні, як на її порозі з'явилася несподівана гостя. Привіт. Ну, Ніно, ти прикинь, я тут з дівчинками поговорила. Так от, ходить к нему баба одна. Причому мені на моїй сміни. Слушай, сволочь какая. Сволочь. Спеціально подгадала. Значит, точно. Наташ, ну не пойман не вор, ти ж понимаєш. Мало ли чего она ходит. Может, соблазнить его хочет, а он не дается. И потом, что твой Шурик без твоих котлеток? Кто ему сопли-то, как ты, подтирать будет, а? Ну, кто? Угу. Не волнуйся, подотрут, найдется кому. Я еще, когда на вечеринке их увидела рядом, у меня сердце зашлось. А потом в больницу приходила, конфетки какие-то принесла в виде сердечек. Ну, представь. Ну, козел, ну что скажешь? Слушай, а ты с ним говорила, кстати? Ну, что с ним говорить? Он что, дурак, чтобы признаться? Так с ней поговори. Намекни, что все патлы повырываешь. Нечего чужих мужиков пасти. Даш, ну я похожа на базарную бабу. Хотя нет, убить ты ее всегда успеешь. А вот доказать Шурику о том, что ты лучше всех, нужно прямо сейчас. И у меня есть тебе одна идейка. На який крок зважиться Наталія заради збереження стосунків із чоловіком? Убить ты ее всегда успеешь. А вот доказать Шурику о том, что ты лучше всех, нужно прямо сейчас. И у меня есть тебе одна идейка. В том, что посоветовала Дашка, ну, что-то такое было. Я действительно в последнее время как-то немножко махнула на себя рукой, расслабилась. И в нашей жизни с Шуриком все было как-то скучно и рационально. И я решила действовать. Наталія вирішила скористатися порадою подруги і боротися за власне щастя. Жінка дуже хотіла здивувати свого чоловіка. Проте їй вдалося вразити не лише його. Наташ! Ну що ти тут робиш? Я оставляв тобі подарок, ти бачила? Бачила. Прости, мені некогда. Може би тебе підвести? Може. А то ще замерзнеш або упадеш. Ну, подвези. Мне нужно в больницу. У тебя все в порядке? Ну, надеюсь, что да. Ну, так подвезешь? Но мне и правда было бы не весело в таком наряде на улице зимой. Вот я и согласилась. Кто же знал, что все так обернется? Наталія приїхала в лікарню до чоловіка. Попри всі її спроби позбавитися Максима, хлопець усе ж вирішив дочекатися її повернення. Жінка погодилася, бо всі її думки в той час були про інше. Тусик, ты же говорила. Дело, что будешь только вечером. Ну, может быть, я соскучилась? Ну что ты боишься? Я поговорила с Дашкой. Она обещала, что в ближайшие полчаса нас никто не побеспокоит. Кто он? О чем ты говоришь? Признавайся, с кем ты мне изменила. Я убью мерзавца. Почему ты такое спрашиваешь? Тебе кто-то что-то ляпнул? Да мне говорить ничего не надо, я сам все вижу. Раньше этого не было, а тут ты пришла меня соблазнять? Дурак, что ли? Я в журнале прочитала, что разнообразие укрепляет отношения. Сама дура, но разве можно так разнообразие вносить? Инфаркт мог бы схватить. Прости. Ты честно не изменила? Честно. Дурочка моя, ну разве так можно? Лучше бы приготовила что-нибудь вкусненькое, я тут лежу голодный. Тефтельки у тебя такие вкусные получаются.
сделаешь? Завтра. Все пошло вообще не так, как я планировала. Это Дашка со своими журналами. Но тогда меня беспокоило совсем другое. Максим до сих пор торчал под окнами палаты Шурика. И когда Шурик сказал про измену, я сама чуть инфаркт не схватила. Ну, я попросила Дашу отправить Макса домой. Но кто мог подумать, что его так будет беспокоить мое здоровье? Закурить бы. Вымотал мне все нервы твой Ромео. На меня собрался чуть ли не министру жаловаться. Где ты вообще его такого откопала? Это не важно. Ну что он говорит? Он уедет? Ага, уедет. Да он сюда чуть ли на танке въезжать собрался. Ясно. Наташка, ты мне лучше скажи, ты что это, типа Шурику так отомстить решила? Вот с этим? Ну ты даешь, ну ты даешь. Ну ты посмотри на нее. Эта дрянь опять сюда приперлась. Я сейчас с ней... Остановись. И что ты, драку сейчас здесь устроишь? И кто ты будешь после этого? Давай так. Эта лохудра сейчас идет к Шурику. Я за ними обоими понаблюдаю. А ты идешь к своему мужику. И вали отсюда. Поговоришь с ней без свидетелей. Домой к ней съездишь. А для мужа ты белая и пушистая кошечка. У меня просто в глазах потемнело, когда я снова увидела эту стеру. Убить ее захотелось. Но Дашка на этот раз была права. Конечно, нужно было поскорее Макса убрать из-под окон, пока Шурик его не увидел и не поинтересовался, что он там делает. Наташ, у тебя все в порядке? Да. Тут меня какая-то тетка пыталась прогнать, говорит, что тебя в больницу положили. Да нет, это они ошиблись с диагнозом. Все хорошо. Поехали. Прикинь, какой прикол. Встретил тут нашу сотрудницу, Ксюшу, ну ты ее знаешь. Знаю. Так вот у нее, похоже, роман с нашим главным инженером. А с чего ты взял? Так она сама мне сказала. Говорит, мол, Александра Юрьевича сюда положили, а она вот ездит, проведывает, переживает, передачки носит. Круто. Ты знаешь, я еще в офисе заметил, что она к нему в кабинет постоянно ныряет. Типа никто не видит. Ну, типа да. Наташ, ты что, расстроилась? Нет. Ты с этим Юрьевичем ничего не мутила? Да нет, конечно. Я просто замерзла. Макс, отвези меня домой, пожалуйста. Спасибо. Но больше мне никаких доказательств не требовалось. Это уже перешло всякие границы. Я не собиралась позволить какой-то дряни делать из меня идиотку. Да еще и рассказывать всем направо и налево про свой роман. Хоча в лікарні Наталія і стрималась, аби не з'ясовувати прилюдно стосунків із суперницею і зрадником чоловіком. Але зачекавши кілька годин, жінка вирішила все ж поїхати до Ксенії та поговорити з нею віч-навіч. Та все пішло геть не так, як вона планувала. Открой, поговорим! Это даже хорошо, что ее не оказалось дома. Мужу у меня тоже было что сказать. И Наталія попрямувала в лікарню. Але те, про що вона там дізналася, стало для неї справжнім шоком. Ты что здесь? А кто отец ребенка? Яка жахлива правда чекає на Наталію? Ты что здесь? А кто отец ребенка? Ей и отвечать не нужно было. А меня словно без ножа зарезали. Я поняла, что это конец. Натусик, тефтельки принесла. Тусик, ты чего? Хватит из себя тут раненого корчить. Вставай. Тусик, ты чего? 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 Я тебе сейчас покажу, чего? Ну-ка, вставай, говорю. Иди к своей Ксюше, и пусть она тебе готовит тефтельки, понял? Тусик, какая Ксюша? Не верь никому, врут все люди. Чужому счастью завидуют. А чемоданы я тебе сюда пришлю.
чтобы духа твоего не было дома, понял? Ты мразь. Наташа, стой! Наташа, стой! Наташа, нам надо поговорить! Стоп! А это что? Укол в одно место. Профилактический. Ты чтобы что? Неповадно было по девкам бегать. Договорились все! Наталія вирішила не марнувати часу та відразу зібрала речі чоловіка, поки в неї ще вистачало мужності на цей вчинок. Отчаяние. Меня терзала такая боль, что ее необходимо было чем-то заглушить. Может, глупо, но Макс был единственным человеком, о котором я могла подумать в ту минуту. Алло? Макс, это Наташа. Привет. Уже за півгодини Максим приїхав до Наталії. Жінка підготувалася до зустрічі і вирішила помститися невірному чоловікові. Очень рад, что ты меня пригласила. Я тоже. И в этот момент я поняла, что ни один мужчина в мире не может для меня сравниться с Шуриком. Никогда и ни за что. Потому что он лучшее, что было в моей жизни. А я должна его отдать сопернице и попытаться каким-то образом жить дальше без него. Наступного дня Наталія вийшла на роботу. Вона працювала експертом у банку і мала консультувати клієнтів. Але в жінки не було ні сил, ані натхнення. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста. Та знаю я ваші депозити. Деньги положу, потом не возвращаете. Мы гарантируем возврат вклада. Да знаю я ваши гарантируем. Вон вчера я свою выписку проверяла. Так там 2 гривны 51 копейка не сошлись. Значит, напишите заявление. А я и напишу. А вы мне, пожалуйста, по вкладам проконсультируйте. А я вам уже все рассказала. А мне это не подходит. В таком случае обратитесь в другой банк. А я хочу в этот. А у меня перерыв. Наталья Михайловна, зайдите ко мне в кабинет. Да. Подождите, а я? А вы обратитесь к другому эксперту. Вы что себе позволяете? Вы почему клиентов оскорбляете? Понимаете, мой муж... Простите, у меня сейчас сложный период. Но почему из-за вашего сложного периода должны страдать окружающие? Не должны. Значит так. Берите отпуск прямо сейчас. И если к понедельнику не вернетесь в нормальное состояние, я вас просто отстраню от работы. Вам ясно? Более чем. И нечего в позу становиться! Написавши заяву на відпустку, Наталія пішла додому. Але там на неї чекала справжня несподіванка. Шурик. Не переживай. Я вже ухожу. Подожди. Нам нужно поговорить. Не о чем нам с тобой говорить. Ты мне уже все сказала. И вообще. И вообще? И вообще, у Ксюши будет ребенок. Да, будет. Ты же мне его не родила. А вот это уже был удар ниже пояса. Ребенок был всегда для меня больным местом.
Я не могла оставаться дома одна. Я или выбросилась бы из окна, или сошла бы с ума. Поэтому я взяла себя в руки и поехала на работу. Наталія настільки була розчавлена своєю сімейною драмою, що навіть забула про відпустку, а дарма. Девонька, слушай меня сюда. Так вот, вот тут в газете написано, что вы можете перевести деньги в другую страну. Так вот, мне нужно, чтобы моя пенсия вся переводилась туда. Извините, я занята. Обратитесь, пожалуйста, к другому эксперту. Говорите громче, я не слышу. Так вот, я тут паспортину свою приволок. Что мне делать дальше? Ну я же вам уже сказала. Обратитесь к другому эксперту. Наталья Михайловна, ко мне в кабинет немедленно. Якого удару зазнає Наталія? Та чи зможе вона подолати свої життєві негаразди і зберегти родинні стосунки? Серед речей чоловіка Наталія Шульгіна знайшла коштовну каблучку, яку він чомусь приховував. Намагаючись дізнатись правду, жінка сама потрапила у вир несподіваних подій. Проте це не завадило їй дізнатись, що її чоловік мав коханку, яка не збиралась відступати. Та до проблем в особистому житті Наталії додали ще й неприємності на роботі. Чи поступиться Наталія підлій суперниці? І чим закінчиться ця історія? Извините, я занята. Обратитесь, пожалуйста, к другому эксперту. Говорите громче, я не слышу. Так вот, я тут паспортину свою приволок. Что мне делать дальше? Ну я же вам уже сказала. Обратитесь к другому эксперту. Наталья Михайловна, ко мне в кабинет немедленно. Ну, я работаю с клиентом. Так прервитесь. Девонька, ку-ку, я здесь. Так что же там с моей пенсией? Да идите к другому эксперту. Ага. Пишите. Прошу уволить меня по собственному желанию. Но я не прошу. Не хотите по собственному? Так под статью подведем. Даже на биржу труда встать не сумеете. Интересно, это за что? За то, что я заплакала на работе? Вы вообще понимаете, что творите? Мало того, что вы проигнорировали мой приказ, так вы продолжаете орать на клиентов. Да он какой-то глухой! И влез ко мне без очереди! По-вашему, я что, должна всех клиентов в попу целовать? Хорошо. Я поняла. Сами напишем. Свободны. Да без проблем. Наталія попрямувала додому. Страшні думки не давали жінці спокою. Але знову доля непередбачувано змінила перебіг подій. Тебе чого? Наташ, ти знаєш, я подумав, я наверное, був неправ. Давай попробуем ще раз. Макс, я вже не знаю, як тобі все об'ясняти. Давай сходимо з тобою в кіно. А що, там щось хороше показують? Я не знаю, если честно, я не смотрел. А если я соглашусь? Что, правда? Я похожа на шутницу? Ладно, беги за билетами, Ромео. Наталія вже готова була розпочати нові стосунки і забути чоловіка-зрадника як страшний сон. Та її планам знову не судилося здійснитися. Что ты здесь забыл? Что-то важное? Наташенька, прости меня, дурака. Это была ошибка. Я люблю только тебя. А с ней мы совершенно разные.
И тефтель она готовить не умеет. Зато ребенка она тебе родить может. Я ребенка не брошу. Но и с ней жить я не могу. Мы с ней совершенно разные люди. Я люблю только тебя. Ну, хочешь, я для тебя на коленях на Северный полюс поползу. Шурик, я прошу тебя, ползи пока в ту комнату, хорошо? Хорошо, Санька. Я сейчас приду. Я точно знала, что это Максим. Мне предстояло сделать выбор. Ну что, ты готова? Макс, извини меня, пожалуйста, я никуда не пойду. Ну что опять случилось? Максим, ты очень хороший, но, понимаешь, я замужняя женщина. И я помирилась со своим мужем. Ты прости меня, пожалуйста. Уходи. Да, пожалуйста. Мне тоже все это надоело. И что это? Это хризантемы. Что это? Это ошибка. Я люблю тебя. Даша, ты мне самая лучшая. Я тебя тоже очень люблю. Я так по тебе соскучился. Так хочу кушать. Эти тефтельки найдутся. Покорми меня. Конечно же, я что-нибудь придумаю. Я простила Шурика. В жизни всякое бывает. Но к тем, кого любят, возвращаются. А Шурик меня любит, я в этом уверена. И он для меня самый главный человек на свете. У меня была возможность сравнить, и я убедилась в этом. Конечно, я не знаю, как мы будем жить, когда там родится ребенок. Но я надеюсь, что все будет хорошо.